отсюда, то подскользнешься. На горохе не стой, подскользнешься и поплывешь под машину. Смотри, каскатушка. Горох продает. Хорошо. Не за деньги, не за деньги, ладно. Тонн у него входит? 35. Повторите. 35. Это вот зимы? Да. А пшеницы сколько? Ну так. Та же самая. А говорят, да горох тяжелее, нет? Ну,
тяжелее, ну смотреть будет. А вы откуда будете? Шипунова. И почем он продает? Не знаю. Не знаете? Я водила. Ну понятно, вы шофер.